Итоги Петербургского международного экономического форума войдут в историю Алтайского края. В этом уверены экономисты, политологи, представители бизнеса. Накануне губернатор региона Виктор Томенко подписал 4 крупных соглашения, более чем на 50 миллиардов рублей. Один из проектов – создание туристического маршрута «Чуйский тракт». В его развитии будут участвовать сразу 3 региона – Алтайский край, Республика Алтай и Новосибирская область. Проект позволит привлечь в регион федеральные деньги на ремонт и расширение дороги. К тому же проект имеет международное значение. Речь идет о поставке товаров из Китая, которая выстроена через Монголию. Отдельно стоит отметить подписанное соглашение по поводу реконструкции Чуйского тракта до границы с Монголией. Создание же завода в Михайловском районе, строительство большой и новой здравницы в Белокурихе позволит увеличить количество рабочих мест в Алтайском крае, соответственно, отчисление в налоговую базу, в бюджет, что позволит привлечь достаточно больше средств в дальнейшем на развитие Алтайского края. Подробнее об этих соглашениях. Инвесторы из Тюмени построят в Белокурихе отель общей стоимостью в 2 миллиарда рублей. Следующий проект, о котором Виктору Томенко удалось договориться, один из крупнейших в России производителей стеклянной упаковки построит завод по производству соды в Михайловском районе. Также итогом поездки на экономический форум станут инвестиции в краевую столицу. Для Барнаула имеет особое значение соглашение по созданию нового района города в пойме реки Оби. Город получит новый стимул к развитию, десятки миллиардов инвестиций. Результатом должно стать до 1 миллиона квадратных метров жилья. Благодаря работе Виктора Петровича Алтайский край извлекает максимум возможностей из работы на федеральных площадках. Реализация таких соглашений – это создание новых рабочих мест, фундамент для долгосрочного развития нашего края. Эксперты считают, что именно при Викторе Томенко экономический форум стал для края эффективным инструментом для привлечения государственных и частных денег. Заявленные миллиарды инвестиций – это в конечном итоге дополнительные доходы для нашего бюджета, а значит дополнительные возможности улучшения социальной инфраструктуры, строительства и ремонта больниц, школ, детских садов. А еще перечисленные проекты – это сотни и даже тысячи новых рабочих мест для жителей нашего края. Буду лично следить за реализацией этих важных для края инвестпроектов. Я хочу сказать, что и в прошлом году у нас было подписано 14 соглашений, и объем этих соглашений превысил 40 миллиардов рублей. И мы видим, сегодня уже можно сказать, что те соглашения, которые были подписаны, например, реализация проекта на площадке Горная Белокуриха, и то, что с Черкизово подписали, у нас в Бийске развивается площадка по выпуску мяса птицы, то есть к нам приходят деньги из других регионов, значит, условия у нас созданы нормально, значит, у нас есть на чем зарабатывать, значит, у нас создается и развивается, поддерживается здоровая атмосфера конкурентной среды. Эксперты с уверенностью говорят, что соглашения этого года дадут большой импульс развитию на ближайшие несколько лет. Эффект от реализации проектов, по мнению губернатора региона, должны почувствовать многие жители Алтайского края. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.